Шестерщи! Бажаю здоров'я, товариш полковник! Теперь они матросы. 20 молодых ребят с областного сборного пункта отправляются на флот. На полтора года их домом станет подлодка «Запорожье». Будущие подводники прошли тщательный отбор. Учитывалось как бы их физическое состояние и морально-психологические качества. То есть дисциплинированность и насколько он морально стойкий для службы на замкнутом пространстве, таком как подводная лодка. Спокойная служба. Это не приговор. Так что полтора года это немного. Подлодка «Запорожье» – единственная украинская субмарина, до сих пор находящаяся на вооружении. В море она не выходила более 20 лет. И только в марте 2012-го покинула пределы судоремонтного завода в Севастополе, выйдя в городскую бухту для выполнения учебных заданий. Пройшов успішно перший етап випробування, тобто вона буде включена до складу підводних сил військово-морських сил України. Таким чином вона наочно засвідчує, що Україна є великою морською державою. Своїх перших погружень новоиспечені матроси ждуть з нетерпінням, хоча некоторые знакомі з морем не тільки по сімейному віддиху. Работал на теплоходах, уже с морем был связан, и поэтому спокойно к этому отношусь и думаю, нормально отслужу. Мне уже не привыкать и от дома отдаляться, и моря тем более не боюсь. Этой весной на службу вооруженные силы Украины и другие военные формирования уже отправились 615 запорожских парней. На подлодку «Запорожье» прибыло 60 призывников.